Всем привет, сегодня у нас новая такая вот небольшая коробочка от компании Wayfun. И здесь у нас находится беспроводная гарнитура. Такой вот небольшой коробочке это все дело пришло. Стильная достаточно коробка. Здесь у нас всякие надписи Wayfun и всякие такие пасхалки можно увидеть. Здесь так в стиле Apple, можно сказать, написано микро. И сами наушники, и вот такая вот у него зарядка. Давайте посмотрим, что это вообще такое, что из себя это представляет. Здесь мы видим сразу сами наушники, вот с такой вот зарядкой. Она у нас магнитная, просто вот так ставите, и идет процесс зарядки. Когда вы засунете вот этот USB в ваш компьютер, или, например, в пауэрбанк, или в блок питания. Такую вот вещь, похожую на флешку, не особо тяжело с собой таскать. И просто вставили его на магните, и дальше в любой разъем USB. Это очень удобно. Также у нас две смены амбушюры разного размера. Что вообще из себя представляют эти наушники? Это гарнитура. Это очень-очень маленькая вещь, она весит всего лишь 4 грамма, прям совершенно не ощущается. Здесь целых две клавиши на таком вот небольшом корпусе. Они у нас отвечают за, например, это принятие вызова и отклонение. Можете громкость менять, можете, если слушать будете музыку, то менять треки. Включение у нас вот этой вот клавиши, и здесь у нас загорается вот такой вот светодиод. Что касается качества звучания, то они, конечно же, проигрывают большинству беспроводных наушников, но это для них и не критично. Все-таки это гарнитура, а с этой функцией они справляются на ура. Здесь хороший микрофон, все хорошо слышно, и динамик для этих нужд вполне себе подходит. В режиме разговора и в режиме прослушивания музыки они примерно 4 часа продержатся. И если вы будете использовать, просто воткнете в ухо, пока едете на машине, то вам хватит очень-очень надолго. Работает это все дело по Bluetooth 4.1. Что касается стоимости, то стоят они $15, это примерно 900 рублей плюс-минус. Как по мне, так они этих денег стоят. Для чего же эти наушники могут быть нужны? Если вы ездите часто в машине и вам нужно разговаривать, то это вот точно незаменимая вещь. И заряжать в машине очень удобно. Заряжаются они примерно 1 час, но заряжать, наверное, вам придется их очень редко, да и заряжать очень удобно. Мне эта гарнитура понравилась. Напишите в комментариях, интересна ли вам такая гарнитура, будете ли вы такой гарнитурой пользоваться. Да если вы ходите по улице и тоже часто разговариваете, то такая гарнитура тоже вам может пригодиться. Напишите в комментариях ваше мнение, а с вами я попрощаюсь. Не забывайте про конкурс. Всем спасибо, пока-пока.